Новый год, новый учебник. Такой подарок уже ждет учеников на партах во всех школах Ульяновской области. В обновленном учебнике истории России школьники узнают о важных событиях, этапах и людях, начиная с 1945 года по сегодняшний день. В этом году по поручению президента подготовлен единый так называемый государственный учебник истории. Им обеспечиваются 10 и 11 классы. При этом нужно сказать, что и в 10 и в 11 классе он представляет из себя два пособия, два учебника. Это «История России» и «Всеобщая история». Таким образом, у нас получается единая такая концепция преподавания истории. Учебник един для всех регионов, городов и областей нашей страны. Это позволит избежать искажений фактов и неточностей. Также авторы добавили главу про новейшую историю. Крым, пандемия, специальная военная операция, как к этому пришли и каким последствиям это привело. Он же направлен в первую очередь для детей. И что интересно, что мне понравилось, то, что там есть ссылки, которые актуальны для детей. Это использование телефона, QR-коды, по которым они могут увидеть не только дополнительную литературу, ну и фильм посмотреть. Некоторые школьники уже успели познакомиться с новым путеводителем в мир истории и остались под впечатлением. 450 страниц самой важной информации, яркое и удобное оформление, много иллюстраций и карта современной России. В этом учебнике более открыто представлены материалы по периоду с начала 90-х до нашего времени. Больше рассказано о событиях, которые происходили в этот период. Мне бы хотелось отметить, что учебник становится интереснее. Сейчас и в него добавлены новые разделы. И много того, что заинтересует учеников. Например, написано, что Россия воистину страна возможностей. Много обращений к читателям. Это отличает его от предыдущих. Большая часть учебников для всей России была напечатана в Ульяновске. Это отметил министр просвещения России Сергей Кравцов. В своем последнем визите в Ульяновск он поблагодарил печатников за работу. Этот учебник для 11 классов будет 1 сентября во всех школах, в том числе в школах Ульяновской области. И очень приятно, я хочу отдельно отметить, что сейчас учебники печатаются, но первые учебники истории, вот обновленные истории, учебники истории для 10-11 классов были напечатаны именно в Ульяновске, на Ульяновском комбинате. Хотел отдельно поблагодарить вот, и коллектив Ульяновского полиграфического комбината. Для школы Ульяновской области закупили 7666 учебников. Также пособия приобрели и для подшефного Лутугинского района. К 1 сентября к ним приедет 312 обновленных единых учебников истории. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.